готовить к столам. У нас где-то будет 20-30 минут. В это время, послушайте, что вы можете сделать. В это время у нас будет фотозона. И у нас еще будет одна комната, мы назвали ее «Комната света», где вы можете получить пророчество, что Бог вам хочет сказать вашу жизнь. Поэтому будет такая комната, она вот прям по коридору, самая последняя, с правой стороны. Там будет вас ждать группа людей, которые, ну, двигаются в служение пророчества, и можете послушать, что вам Бог скажет. Поэтому, вы знаете, я сегодня вспомнила, у евреев... Если вспомнишь, что при евреи-то... У них есть один праздник, Суккот называется. Праздник, они празднуют его осенью. И Бог им говорит, 6 дней праздновать этот праздник. И они уходят, делают палатки, шалаши. Я не могла понять, 6 дней не работать. Не можешь разбирать, как такая 6 дней надо не работать. Вот вы можете сейчас представить, да, 6 дней, да, праздновать. Не то, что там вы куда-то уехали, 6 дней праздновать. И я думаю, что мы, может быть, еще не до конца знаем характер Бога. И все еще не познаем и добрый характер на Господа. Ну, Бог хочет, чтобы мы радовались, праздновали каким-то нашим достижениям, радовались тому, что мы имеем в жизни. Поэтому давайте сегодня вот прям скажем... Я себе сама с утра сказала, не суетись. Давайте мы просто расслабимся сегодня, войдем в покой, не будем смотреть на часы, спокойно проведем в общении весь этот день. И я верю, что каждый получит благословение. Аминь. Передаю. Передам микрофон. Ну, к нам еще сегодня гости приехали, и я хотел сегодня... И не дойдоха гости днес. Я уже несколько раз был там в гостях. Нас им бях на гости няколко пути. А сегодня они первый раз к нам приехали. И днес дойдоха за прв пот при нас. Это благословенный брат наш Сергей Журавель. Его прекрасная супруга Татьяна. Она тоже Журавель. Журавли, короче, прилетели к нам. Вот, я хочу сегодня слово предоставить Сергею. Давайте поприветствуем. Да, если можно. Мир вам, братья и сестры. Мир ли. И гости. Братья и сестры. Если кто-то еще не брат и сестра, значит, знайте, что будете. Это неизбежно. Знаете почему? Брат и сестра, что станете за то, что твое неизбежно? Это потому, что когда мы приходим в церковь. За что-то куда-то идваме на церква? Это особенные люди, я вам скажу. У вас особенные хора. Если я буду немножко волноваться, то вы это примите с любовью. Аку малку се волнувам. Не часто тебя снимают. Мы примете, не часто меня снимут. Да. Знаете, почему это особенные люди? И знаете ли, за что у вас особенный хор? Потому что, когда ты приходишь в церковь... За что ты готовишь на церковь? Ты идешь между людей... Минаешь при хорота. Приходишь к людям... Идваешь при хорота. Которые знают Бога... Които познават Господ. Которые любят Бога... Които обичат Господ. Уважают Божьи заповеди... Уважают Божьи заповеди. И в этом народе... И в този народ... Есть люди, которые всем сердцем желают исполнить Божьи заповеди. Има хора, които со цялото си сърце желаят да исполнят Божьите заповеди. И знаете, когда мы слышим, что Бог живет в моем сердце, и когато чуваме, че Господ живее в моето сърце, это значит, что Дух Божий, это значит, Дух Святой, че Божий Дух, Святий Дух, Он живет в нашем сердце. Живее в нашето сърце. В послании к Галатам написано, Галатяне пише, это 5 глава, 22 стих. 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, да, есть слова. Няма проблем. Да. Вот написано, что плод же Духа, Дух с большой буквы, это значит плод Духа Святого, который живет в нас. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вы знаете, это люди, которые имеют Дух Божий. Това са хората, които имат Божия Дух. Они имеют такие качества. Те имат тези качества.
И эти люди излучают. И тези хора излучват. Все те плоды. Всички онези плодове. Которые я сейчас прочитал и перечислил. Които току-що прочетох и прибрых. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение. Благость. Милосердие. Вера. И знаете, когда ты приходишь между таких людей. И когда ты идешь между такива хора. Ты начинаешь понимать. Започваш да разбираш. Что мир неоднообразный. Че светът не е еднообразен. Что есть люди. Че има хора. Которые смотрят на мир другими глазами. Които гледат света с други очи. Которым ты не безразличен. На които не си им безразличен. Которые рады, когда ты приходишь. И които се радват, когато идваш. И еще больше радуются, когда ты уходишь. И още повече се радват, когато си тръгваш. Меня некоторые люди поняли. Это со мной там вчера пошутили. Така се пошугуваха с мен вчера. Знаете, и действительно, я люблю приходить в церковь. И наистина обичам да идвам на църква. Божьему народу. При Божий народ. Я хочу вам еще вернуться чуть раньше и прочитать. Искам да се върнем малко по-напред. Потому что когда ты живешь между людьми. Защото когато живеешь между хора. Которые не знают Бога. Които не познават Господ. Ты там встречаешь. Там срещаш. Дела плоти. Делата на плота. Которые я сейчас прочитаю, переводить не надо. Они, да, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследует. И вы знаете, когда вот ты живешь между такими людьми, и когда ты живешь между такива хора, которые все это принимают за норму жизни, които приема всичко това като норма, и когда ты встречаешь других людей, когда ты встречаешь различни хора, другие люди, которые любят, които обичат, радостные, които са радостни, миролюбивые, които са миролюбиви, которые тебе не завидуют, които не ти завиждат, не обижают тебя, не те обиждат. Ты понимаешь, что действительно есть смысл в этой жизни. Разбираш, че наистина има смисъл този живот. И тебе хочется прийти в такое общество. Ти си иска да дойдеш в това общество. Потому что тебя сюда влечет Дух Божий. Защото тук те влече Божия Дух. И ты начинаешь понимать. И започваш да разбираш. Что это не было смыслом твоей жизни. Че това не е било смисъла на твой живот. Что ты имел перед этим. И какво си имал преди това. А весь смысл жизни, целия смысл на живота, чтобы любить Бога, и да обичаме Господ, чтобы иметь таких братьев и сестер, да имаме такива братья и сестри, чтобы любить ближнего, за да обичаме ближния си, и приносить радость, и да носим радость тем, на онези, с кем ты живешь, с които живеем, дружишь, с които сме приятели, работаешь, работим. И это очень важно, и това е много важно, чтобы мы, за да можем ние, те, которые уже стали членами церкви. Онези, които станахме членове на църква. Которые читаем Библию. Които читаем Библия. Знаем Божие Слово. Познаваме Божието Слово. И говорим, что любим Бога. И казваме, че го обичаме Господ. Мы должны помнить. Трябва да помним. Что мы это общество. Че сме това общество. Что мы церковь. Че сме църква. Что мы не завидуем ближнему. Че не завиждаме на ближния. Мы радуемся успехам наших братьев и сестер. На нашите братя и сестри. Мы благословляем наших плохих соседей. И благославяме лошите ни съседи. Мы благословляем страну, где мы живем. Благославяме страната, където живеем. Мы благословляем правительство. Благославяме правителството. Мы благословляем еврейский народ. Благославяме еврейския народ. И всех людей на земле. И всички хора на земята. И мы должны помнить, и трябва да помним, что Христос сказал нам, че Христос ни каза, что мы свет миру, че сме светлина за този свят. И да поможет нам Господь, и нека Господ ни помогне всем нам, на всички ни, чтобы мы действительно всегда оставались светом, за да може винаги да оставяме тази светлина, чтобы добро, которое живет в нас, и това добро, което живее в нас, оно было видимо всем людям, да бъде видимо от всички хора. Да благословит вас всех Господь. Нека Господ ви благославя всички. Будьте благословенны. Будьте благословени.
пусть все, кто здесь есть, и нека всеки, който е тук, все ваши дома домове, будут иметь достаток всякий день. Имат достаток. Пусть вас Господь благословит от росы небесной от и от росы земной. От небесната роса и от земната. Пусть достаток будет в ваших домах. И нека винаги има достаток в ваших пусть Господь домове. Благословит ваших детей, внуков. Нека Господь благослови децата ви и и все ваши нужды, которые нужды, които у вас есть, имате, пусть Господь их восполнит. Нека Господь их исполнит. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Аминь. Аминь. Спасибо, брат Сергей.